Те проблемы, которые есть у нас в каждом национальном проекте. То есть я думаю, что это займет у нас порядка 15-20 минут. А на столах у вас есть стикеры разных цветов, ручки. То есть вы ими можете воспользоваться. Очень удобный формат, на них мы пишем. И далее в тех таблицах, которые у нас есть, соответственно, мы будем клеить наши стикеры. Сначала мы генерируем наши проблемы и барьеры, которые существуют по каждому национальному проекту. А далее таблица, в которой представлена, она имеет определенную шкалу. Каждый модератор вам поможет установить стикер в то поле, которое оно будет необходимо и актуально. Далее вторая часть у нас с вами, это будет поиск решений по выявленным проблемам и тем барьерам, которые существуют. И последняя часть нашей работы, я думаю, каждую часть ориентировочно около 20 минут, поскольку сегодня пятница, мы прекрасно понимаем, что у всех много дел. И последняя, третья таблица, кто-нибудь покажет мне ее? Она уже будет более подробная. Там мы с вами уже обобщаем все, что мы с вами нагенерировали по проблемам, по путям решения, и приблизительно мы сделаем небольшую оценку, то есть кто сможет нам помочь решить эти проблемы и какие показатели мы сможем достичь для того, чтобы оценить тот результат, который у нас получится при решении данной проблемы. И вот кратко мы с вами по окончанию сессии проведем обобщение. От каждой группы я попрошу наиболее активных или иногда наоборот наказывают наиболее пассивных, рассказать итоги, то, что получили по вашей группе, и на этом мы с вами подведем итоги. Вот кратко на час-полтора, я думаю, с вами работы ориентировочные. Все, спасибо, тогда начинаем. И слово вашему модератору. Давайте начнем. Я сегодня на встречу. Меня зовут Тимур, я работаю в учреждении. Познакомимся. Начнем. По имени.
краски достаются. То есть формат такой. Можете меня перебивать. Можете сразу предлагать. Потому что у меня видео одно, у вас как предпринимательный организация. Я тут тоже и занимаюсь, если я проработал, то основном с Мегасом и Мегасом группу, и команду помидоры продавали. То есть было все мое время. Поэтому мне больше будет понять сейчас от вас отношения, чтобы не вам говорили, какая моя боль, чтобы вы свою боль не озвучили, как вы видите. А потом я вашу боль возьму как инструмент уже для каких-то действий. То есть сравнивать со своей болью, Компания большая, порядка 12 человек, но работаем мы по всей России. Наша доля продаж в Татарстане больше 20%. Мы работаем с международными компаниями за пределами. Меня зовут Алексей, представляю группу компании «Акучев». Мы являемся резидентами ТСР «Набережные Челны», участвуем в 12 проектах повышения производительности, входим в 12 проектов по экспорту и, конечно, планируем участвовать в 12 проекте по поддержке НСП. Здравствуйте, меня зовут Галина Клиас. Я работаю в Министерстве экономики, в департаменте малого бизнеса. Помимо работы я еще муж, отец. Я был на такой же подобный мероприятие в городе Ульяне. По опыту хочу сказать, что в принципе профессионально использовать, но и личное, поэтому из организационных моментов, в принципе, я могу следить за таймингом и из финансовых моментов работать какие-то. Гораздо больше, чем вот с этим я хочу поговорить. В чем я вижу? Какие два предложения? Привет, меня зовут Амон. У нас есть вертикальный офис. Это по несущественной проблеме сегодня поехали. Я сейчас вам приму слова. Скажите, я вам расскажу, какие у нас есть предложения для того, чтобы экономика обо всем, так что развиваем наши маленькие завоевания, делать большими, это Татарстан. Добро пожаловать в район. За родину, очевидно, что Татарстан есть. Сейчас сам проблема, которую мы уже преодолели. Там же нет другого. Мы занимаемся этой технологией целым. Мы делаем по собственно-патентному оборудованию, проводим научные исследования и обучаем, потому что знаем, что не хватает компетентных специалистов для всех, которые у нас этой технологии нет. Первое, это нам нужно увеличить количество малого среднего бизнеса. Второе, нам нужно увеличить количество занятых сотрудников в этой сфере. И третье, нам нужно увеличить долю экспортеров, чтобы они узнали, я вам предлагаю написать те проблемы, с которыми сталкивается либо ваш бизнес, либо вы слышали о тех проблемах, с которыми бизнес сталкивается. Какие есть проблемы? Прям пишем, подключаем полностью все проблемы. Пишем все проблемы, проблемы с негативом. Какие могут быть проблемы? Дальше мы попробуем понять, кто их может решить. Записывать проблемы и просто давайте сюда вот будем клеить, потом будем. Минут 5, я думаю, 10, да? 5. Давайте 5. У нас так в секрете, такие там директора, все хорошо, все.
клеим по отдельному порядку? А? Клеим по отдельному порядку. Да, да, да. Потом сгруппируем. Можно? Не знал, что... По книжке ваши.
знания, в первую очередь. Дорогие деньги, налоговая нагрузка, вот здесь упрощенный налоговый режим, налоги одинаковые, для всех одинаковые, административные барьеры, слишком много бюрократии, нет прожидания проектных менеджеров, недостаточно финансовых ресурсов. Я сразу скажу, только добро. Риски и достижения показатель самозанятости болело, да? Бывает даже такое, что нет индивидуального проекта. Так, давайте попробуем. Да, давайте. Вот эти контакты можно. Перевод земель другие категории. Это у нас по не знаю. Я очень заинтересован был бы очень шокирован. Если мы попробуем у нас есть недостаточно финансовых ресурсов, дорогие деньги, отсутствие информации бизнеса о мерах поддержки. Я предлагаю все это слиться в отсутствие информации бизнеса о мерах поддержки. То есть здесь же у нас недостаточно финансовых ресурсов, то есть те ресурсы, которые мы можем получать как раз через меры поддержки, да, и дорогие деньги, то есть они государство, они намного дешевле. Давайте попробуем. А если продукция есть, есть реальность перевести, дефицит в качестве недорогих площадей, получение целевого кредита, он у нас здесь отразился. Так, вот здание, перевод земель. Давайте напишем это как-то. Вот это оставим, да, дефицит в качестве недорогих площадей для производства. То есть здесь нам не хватает зданий, нам не хватает площадей, нам не хватает земель и так далее. Отсутствие поддержки занятости. Это, наверное, о господдержке идет речь, да? Небольшая. Нет, это имеется в виду налоговая нагрузка. Налоговая общая. Давайте вот мы вот это вот сольем. Вот здесь налоговая нагрузка. Упрощенный налоговый режим, налоги для всех одинаковые. Уменьшить ставку для приоритета управления деятельностью. Я думаю, что тоже взаимодействие бизнеса и власти, по мерам поддержки имеется, что да, отчеты финансирование регионов. Я правильно понимаю, чтобы наши же крупнопроизводители пользовались благами, которые мы должны сделать? Нет индивидуальных проектов. А что это имеется в виду? Нет индивидуальных проектов. Почтились во вторник. То есть в Московской области. Они создали специальный орган, не как организационный правовой, да, а комиссия. Туда с каждого министерства взяли по одного человека. И за этим человеком их отдельные здания посадили. И они ведут проекты, где связаны с разрешительной документацией, получением Вот, допустим, со сотрудником Минстроя закрепили, у него есть 100 проектов, он ведет сразу. Если вопрос встает о гостевой маршрутке, по строительству, отдают ему, и он решает уже внутри Министерства строительства, любые вопросы. У него есть свои 100 проектов, у его коллег есть еще 100 проектов. 300, допустим, 100 вопрос по получению разрешения строительства. Да? Ну там просто бюрократия, еще нормально. Тот, кто рассматривает, знает, что не хватает одной бумажки. У него как бы есть запрос, предусмотрен 30 дней. Он просто знает, что у него не хватает одного документа, сидит, ждет 30 дней, держит документ. Он сразу не говорит. Потому что у него объем увеличится. Если он быстрее вытравит, значит быстрее.
А вот этот сотрудник, который как раз индивидуальный проектный менеджер, он идет туда, ну, или звонит, или говорит, ну что ты там держишь, давай быстрее говори. И вот так продвигает проект. За счет этого они смогли уменьшить количество дней по предоставлению услуг. То есть это все как господдержка? Это господдержка, это ну, снижение административного уровня. И на каждом деле показывает фильм про организацию, которая существует в Высокогорском районе. То есть мы ездили в Высокогорск, ребята у нас хорошо красили, что-то правильное было. Потом мы узнали, что наш сосед напротив этим занимается. Да, есть административные барьеры, да, вот они. Зарубежных странах многие предприниматели, когда хотят создать свой бизнес, открыть свое дело, обращаются к готовой базе каких-то идей, франшиз и так далее. То есть мои многие знакомые, кто ну, имеет свой бизнес и собирается что-то новое, не знают, чем заняться. Вот если будет какая-то база идей, то количество субъектов МСП повысится. А мы можем вот эти две идеи поженить? То есть как раз-таки через вот эти проекты менеджеров создавать вот такой вот банк? То есть там же как раз-таки стекаются все идеи, да, или нет? Там идеи не стекаются. Информация, нам не надо продвигать. Он говорит, я хочу войти в промышленную площадку, условно, да, в производителе сельском районе. Я буду возводить там производственные помещения. Да? Что кто татары делает? И все. Вот он говорит, сказал свою потребность, и уже за него берется. Так, тебе нужно сейчас получить.